Я тебе забиваю сейчас зарубу. Быстрее, быстрее. Знаешь, что он сможет бросать фланг 10 минут? Я вас слышу. 5. Давай. Даю ровно 1 минуту, что ты должен добежать до кассы. Взять можешь все, что угодно. Тём, иди сюда. Сядь, пообщаемся. Артём, сколько ты сможешь в планке простоять? 10 минут. Что, 10 минут? Это невозможно. А я простоял. Отвечаешь? Да. А если проиграешь? Не проиграю. Ну все, я тебе забиваю сейчас зарубу на планку. Ты, я и Максим Сундуков, понял? Выше, выше. Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп. У всех своя подготовка. Они разминаются, а я принимаю допинг. Сегодня мы с вами снимаем 4-ю зарубу. И повод для зарубы стало заявление вот этого малыша, который утверждает, что он сможет бросать в планке 10 минут. Мы решили это проверить, и проверять его будут сегодня я, мастер спорта России и победитель 2 первенств России, участник первенства Европы 2021 года и, надеюсь, победитель первенства Европы 2022 года Сундуков Максим. Артём, сколько ты сможешь планки простоять? 10 минут. Громче скажи. 10 минут. А ты, Макс? 10 секунд. Ну, а я где-то 1 минуту 10 секунд. Но мы постараемся на максимум выложиться, потому что, как помните, победитель у нас получает специальный приз. И в этот раз приз будет хайповый. Многие блогеры снимают такую вещь. Хорошо, что, скорее всего, Артём победит. И он не сильно меня разорит сегодня. Ну что, давайте начнем. Артём, что ты хочешь сказать перед началом? Я вас выиграю. Ладно, короче, начинаем. Секундомер нам поможет определить, сколько мы стояли. Он почти сдался, через 20 секунд. Артём! Сдавайся! Не буду! Скажи громко в камеру. Не буду! Я пойду с вами говорить, Артём. Нет, никак! Не дали отца ты! Нет! Продолжение следует...
себя нормально тренируюсь, да, чисто отжимания, пресс. А они пашут. Как хорошо себя чувствуешь? Смотрим, на коленях не стоит он? Вроде нет. Макс, красава. 4 минуты. Да. Думаешь, ты 5 сможешь простоять? Какой ты слишком спокойный. Макс, я понял, в чем дело. Он просто очень легкий, им очень легко. Надо в минус 52. 4,5. Наоборот, сложно. Кому сложно? Мне. Думаешь, тебе сложнее? Опускайся, Макс, ниже, 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 ниже. Вот. Пять минут. Такое ощущение, как вот Максим прям ждал этот слово. 5 минут. Ты, давай, хватит. Ты, машина, ровно, ровно коленочки. Не встал еще на пол? 5.20, Артём. Ты вообще устал хотя бы немножко? Шутит, да, по-моему? Что болят? Лопатки. Лопатки? А тебе сколько лет, Артём? 5 лет. А кто самый сильный каратист в Ирбисе? Ты? Да, если подумать. Ну громко скажи, кто самый сильный в Ирбисе? Денис. Какой? Ну, Денис Анатольевич? Все. Че, Макс? Алло. Живот, дышать, все тяжело. Писать завтра в школе, не знаю, как буду. Ну сейчас мы еще на отжимания сделаем, точно, чтобы писать не смог. Тем временем 7 минут прошло, 7.20, Артём все стоит и даже не напрягается. Или напрягаешься? Как ты очень спокойно напрягаешься, Артём? Давай. Блин, ну Артём, ты 10 стоял уже, когда 11? Громко скажи, громко говоришь. 11 точно постою. Давай, 8.20 прошло. Ну, 8.28. Давай, давай, сможешь. Сможешь? Точно сможешь. Мне кажется, если я сейчас встану заново в планку, я его не перестаю. Значит, какой-то монстр. Давай еще чуть-чуть, минутку. 2.10. Стоишь? Он, кстати, какой-то, ну, рекорд. Несколько часов стоять, ну, в стойке в планке. Какой-то мужчина стоял. 8. Сколько? 8 минут? А, 8 часов. Ну, Артём стоит в идеале. Ровный, живот в себя. Все четко. Ну, ты сможешь? У тебя будет суперприз. Давай. Одну минуту надо простоять, Артём тогда получит суперприз. Вот пока Артём заканчивает свою стойку в планке, попробуйте и напишите в комментариях, сколько вы, максимальное количество, когда-то стояли в планке. И если есть желание, мы можем подъехать к вам зарубиться. В каком бы городе вы ни находились, можем подъехать. 10 секунд. Вообще я не напрягся. Время. Артём, ну как ощущения? У тебя хотя бы хоть что-нибудь болит?
шее. Как думаешь, если бы я тебе не сказал, что время закончилось, сколько бы ты еще простоял минут? Пять? Все, я тебя поздравляю. Молодец. Максим тебя тоже поздравляет. То после тренировки ты пойдем с тобой и купим тебе суперприз. За то, что ты такой красавец. Все, посмотри на меня, Артем. Вот сейчас условия твоего приза. Я тебе даю ровно одну минуту, что ты должен добежать до кассы. Взять можешь все, что угодно. Но у тебя только одна минута. Если не успеешь до кассы добежать, ничего не получишь. Я тебе буду говорить, сколько времени прошло. Берешь все, что хочешь, одна минута. Понял? Ну туда заходить. 3, 2, время прошло. Все. Че по кругу бегает? Ага, бери. Мама ругать нас не будет за это? Да пойдем. Не будет. Может, киндеры какие-нибудь быстрее, еще 40 секунд. Бери, да. Бери. 105 рублей, ты че, Вика, блин? Вон, по акции возьми. 30 секунд. Да, бери. А все, больше не надо. Пойдем еще попить что-нибудь возьмем. Все, 20 секунд осталось. Сейчас налево. Я возьму. Побежали. 15 секунд, Артем. Бери что-нибудь попить. Все, бегом на кассу. 10 секунд. Пробка. 10 секунд! Вон касса прямо. Все, успел. Ровно одна минута. Все. Все, что ли? Он же как много набирал. Немножко получилось. Минута прошла. Все, красава, Артем. Надо было уметь стоять. Итого Артем выиграл у меня 428 рублей. Карточка. Андрей, достаточно средств. За Сбербанк. Нет, не надо, Андрей. У нас честный этот... Я умею проигрывать. Пожалуйста. Фу, иди забирай. Вот так весело сегодня закончилась наша заруба. К сожалению, наш YouTube-канал пока не приносит деньги. Мы можем позволить себе подарки только в пятерке. Надеюсь, что со временем это изменится. Я смогу победителям наших заруб топ-5 покупать. Ну, даже в видео iPhone 13 и все, что им вздумается. Но чтобы это было осуществимо, давайте включаемся, донатим, поддерживаем канал, чтобы смотреть выпуски было еще интересней. Все, до новых встреч!